нас тревожило следующее. Один из самых больших полигонов в Одессе находится, на котором на протяжении всего времени в эксплуатации не было проведено ничего подобного. Нам необходимо было срочно принимать решение для того, чтобы не повторить печальный опыт. Всего лишь год назад, в 2019 году, на форуме 5Т, который мы проводим ежегодно, мы подписали меморандум о строительстве в Одессе станции дегазации. И вот прошло чуть меньше года, и мы с вами находимся на построенной и готовой к введению в эксплуатацию буквально днями станции дегазации. Самой большой станции дегазации полигона мусорного в Украине. Это возобновляемая энергия. Сегодня об этом много говорят абсолютно везде, во всем мире, о том, что из того газа, который, в принципе, загрязняет окружающую среду, мы получаем электрическую энергию, которую подаем в общую сеть. То есть используем все, что можно использовать.